Колумб, Фантик, Федот, Джессика. Кличка, окрас шерстки, длина усов и хвостов у всех разные. Пожалуй, единственное, что объединяет этих кошек и собак, это глаза, в которых теплится надежда обрести друга человека и дом. Ну, понравилось, котик. Как глянул с самого начала. Пошла, ходила, ходила и вернулась к нему. Ну, прикипела как-то, приглянулся. Хорошенький такой. В одном из выставочных центров Самары в эти выходные состоялся фестиваль «Друг человека». На площадку организаторы привезли почти 300 бездомных животных из приютов, котов и собак. Посетители могли не только подарить им тепло, погладить и сфотографироваться с ними, но и забрать домой. Вы сможете увидеть сегодня совершенно новые декорации. Мне кажется, благодаря этому стало намного уютнее, чем раньше. На фестивале, помимо того, что вы можете взять животное из приюта, вы можете послушать очень интересных лекторов. Это, как правило, зоопсихологи, кинологи, это консультанты по питанию, по ветеринарии. Фестиваль «Друг человека» проводится при поддержке администрации Самары с 2018 года. Восьмая по счету выставка стала самой масштабной. Этот фестиваль, может быть, и не его главная цель в том, чтобы бездомные животные нашли своих хозяев, свой дом. Главное значение этого фестиваля, как сегодня я увидел, пробудить доброту, искренние чувства, добросердечных в людях. Когда сюда приходишь, невозможно остаться равнодушным, когда видишь столько бездомных животных, кошек и собак. Моя дочка на этом фестивале 2 года назад как раз бездомную приютила, рыженькую, Лися назвала, поэтому она у нее живет и радуется жизни. Людям, которые решили забрать четвероногого друга домой, не важна порода кошки или собаки. Лучше, наверное, сделать доброе дело, забрать кого-то с улицы, чтобы у него тоже был дом, а породистые ее, наверное, и так как бы купят. Я считаю, что собаку нужно выбирать, ну, как по душе, а не по породе. По сердцу, по зову сердца, скажем так. На этот раз домой с новыми друзьями уехали 90 кошек и котов, 33 собаки, 3 грызуна и черепаха. Все они получили от организаторов фестиваля подарки и консультации у зоопсихологов, кинологов, ветеринаров. За дальнейшей судьбой теперь уже не бездомных, а домашних питомцев будут следить специалисты, а в случае необходимости оказывать помощь в воспитании и лечении. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.